Глава Чувашии встретился с Сергеем Легостаевым. С 2007 года он возглавлял прокуратуру Рязанской области. А сегодня его кандидатура представлена на должность прокурора Чувашской республики. Напомним, 5 февраля Владимир Путин освободил от должности прокурора Чувашии Владимира Метелина, который возглавлял республиканскую прокуратуру в течение 10 лет. Кандидатуру Легостаева на должность прокурора Чувашии внес генеральный прокурор России Юрий Чайка. У вас огромный опыт, вы профессионал в своем деле, проходили по иерархии в разных должностях. Я думаю, как государев око уже, как государственный муж, вы состоявшийся кандидат на должность прокурора Чувашской республики.